С 1 января 2019 года в Смоленской области стартовал пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Теперь выплата пособий работающим гражданам осуществляется непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателем. Такая форма взаимодействия гарантирует работникам своевременное и бесперебойное получение пособий. В последнее время действительно участились случаи невыплаты пособий в связи с тяжелым финансовым положением организации предприятий. Многие предприятия пошли на банкротство, и работники вынуждены были обращаться непосредственно в Смоленское региональное отделение для выплаты непосредственно фондом. Пособие касается широкого спектра выплат. Это выплаты, связанные с материнством, нетрудоспособностью, на погребение и другие. Срок поступления средств по новому проекту составляет до 10 дней. Для их получения работнику необходимо предоставить работодателю документ, подтверждающий право на пособие. Работодатель направляет бумаги в фонд социального страхования. Деньги направляются на расчетный счет работника. С 1 января по 15 марта этого года смолянам было выплачено 52 тысячи пособий. Проект «Прямые выплаты» работает с 2011 года. На данный момент в него входит 50 субъектов Российской Федерации. Ожидается, что окончательно проект охватит всю страну через 2 года. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.